В Алматинской области могут наказать женщину, которая потеряла сына. 5-летнего мальчика обнаружил на трассе в степи водитель. Ребенок бродил вдоль дороги. Мужчина снял пропавшего на видео и выложил в сеть, чтобы его опознали. Правда, позже сам нашел мать и вернул ей сына. Нашел мальчика на трассе и вернул обратно родителям на фазенду. С ребенком все в порядке, только немного замерз. Мальчик сразу узнал мать, а мать, соответственно, своего ребенка. Сейчас он находится с родителями. По словам мужчины, ребенок был напуган, не смог объяснить, как оказался на трассе. Пользователи интернета сразу начали активно распространять видео. Каждый пытался помочь в поисках. К делу подключились и полицейские. Они установили личность матери. Ею оказалась 44-летняя женщина. Выяснилось, она вместе с ребенком приехала в одно из крестьянских хозяйств. Оставила сына в автомобиле. Не дождавшись возвращения мамы, 5-летний мальчик ушел в сторону трассы и заблудился. В настоящее время мальчик находится рядом с матерью. Ювенальная полиция решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности по статье 127 КУАП РК.